ты стоишь перед его автомобилем. Да, я здесь. Хорошо. Вокруг автомобиля устанавливается после того, как все вытащит рядом с автомобилем. Пошел процесс. Здесь неупокоенная душа и черт. Так и подумал. Хорошо. Итак, черт. Какой у нас черт? 5. Любитель автомобилей, черт? Он с воронкой, и он на багажнике. Хорошо. И неупокоенная душа. Неупокоенная душа, представься, как тебе обращаться. Линда. Линда, это ты с ним в машине ездишь постоянно? Там мое место. А почему ты так считаешь, что там твое место? Ты уже закончила вроде свою земную жизнь. Почему ты не уходишь? Ищу выход. Она, знаешь, показывает пассажирское сиденье. Она в чем-то белом там сидит. И она именно так развилась. Теперь она выбрала эту машину, чтобы... То есть, когда она развелась, она не смогла уйти, она не смогла найти выход, потому что это было горе, она развелась не одна, и она, то есть, как передвигалась от одного к другому, водитель, по-моему, дети сзади были. Как давно это было? И она ищет выход, находясь в машине. То есть, она ждет, когда ей снова откроется такая ситуация будет или портал. Линда, мы можем тебе открыть этот портал. Ответь еще на пару вопросов. Как давно ты закончила свою жизнь? Сколько лет назад и в каком возрасте? Она говорит, что я еще не закончила, я еще ищу выход. Мне 37 лет. Ты не живешь уже на земле. Твоя душа просто находится сейчас на земле. У тебя нет физического тела. Поэтому я спрашиваю. Я в коме. Ты в коме находишься? Потому она как в халате в белом. В этом. Это что, я сейчас буду человеком? В светлом. Хорошо, мне нужен совет куратора. Прошу совет куратора в этой ситуации. Что нам делать? Душа находится в коме. Возвращать душу в тело. Мы имеем право это делать? В тело, которое находится на земле. Я правильно понимаю, да? Имеете помощь души. Это всегда правильно. Безусловно. Я просто думал, душа потеряна, не знает, как вернуться. Она ищет новую аварию. Чтобы... Понятно, это неправильная позиция. Чтобы создать такую же ситуацию. Все понятно. Хорошо, Линда. Значит, ты находишься сейчас в коме. Как давно ты находишься в коме? 5 месяцев, лет? Недель. 5 недель. Хорошо, Линда. Я тебя сейчас верну в твое тело, которое находится, лежит сейчас в коме. После этого у тебя должно что-то измениться. Я очень надеюсь, что ты выйдешь из этой комы. Ты готова уйти в свое меня тело? Меня ждут, я должна выйти. Тебя ждут, ты должна выйти. Хорошо. Итак, открывается сейчас прямой канал к телу, где Линды 1, 2, 3. И по этому каналу Линда возвращается в свое тело. Да, будет так, а так и есть. Она видит его. Входить в него. У нее такие эмоции. Пошла она? Да, она через нижнюю чакру входит и соединяется по всем энергетическим центрам. Наполняет тело. У нее пульс увеличивается. Давай, Линда, просыпайся. Выходи из состояния комы. Она подключена к аппаратам. Понятно. В любом случае, душа уже на месте. Она, душа уже знает, что ей делать. Пальцы шевелиться у нее начинают. Дергаться. Отлично. Мы можем дать ей какую-то энергию? Да, можно тело наполнить энергией. На счет 3 начинает в макушку головы Линды поступать 7 высоковибрационных потоков энергии, необходимых ей. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет ее чакры. Частота ее вибраций поднимается до комфортного ей уровня. Пошел подъем. Тело без энергии. У нее как толчок такой внутри. У нее сон сейчас. Утром проснется. Наполнилась она, Вера? Да, она наполнилась. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Она скоро проснется. Ей нужен этот сон для гармонизации. Она сгармонизируется и очнется. Отлично. Если она меня слышит, желаем ей всего наилучшего. Отключаемся. Нет, у нее работа внутри идет. Она синхронизируется с душой. С умственной способностью у нее все, синхронизация идет внутри. Хорошо.
Нам ждать или мы закончили здесь? Нет, мы закончили. Отключаемся от Линды и возвращаемся к нашей клетке, где нас ждет черт. Черт, ты что-нибудь оставил в машине? Нет, у него воронка, и он этой воронкой передвигается, собирает. Хорошо. Хочешь, чтобы я тебе негатив собрал в машине, в дорогу? Давай. Хорошо. Даю команду. Наши три формируются в шар. Все, до 100% выходит. Вышел шарик. Хорошо. Забирай черт. Забирает. Отправляю черту. Видишь, хоть не с пустыми руками. Готов уходить? Готово. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте черта. И черт забирает все, что принес, уходит на свою частоту, закрывая печаты, растворяй. Готово. Хорошо, мы здесь закончили. Отключаем. Давай Линду посмотрим. Давай посмотрим. Можно посмотреть, где она сейчас? Да, я как-то с ней связана? Синхронизируюсь. Да. Хорошо, Линда. Как ты себя чувствуешь в своем теле? Слышишь нас? Она приходит в себя потихоньку, у нее меняется цвет биоробота. Она, маска у нее на лице, и она открывает глаза. Но она еще как в таком переходном состоянии, и ее мысли, что она видела ангелов. Да, ты их действительно видела, они рядом с тобой находятся, и очень рады, что ты наконец проснешься, и этот сон закончится. Тебя ждут земные дела, которые не закончены. Ты должна много еще сделать в этом мире. Но она больше уже в человеческом теле, чем под сторонним. Хорошо. Жалко, что мы не узнаем, чем эта история закончится. Что мы не знаем даже ее фамилии и где она. Но это и не важно. Мы этой душе помогли. Она выйдет из этой комы. Она уже на пути, да, Вера? Она уже вышла, она открывает глаза. И вот у нее первые вот эти впечатления, что она уже не там. Она больше в человеческом теле, но в голове еще у нее, что она ангелов видела. То есть у нее рассеянное пока еще. Рассеянное осознание пока еще. Она еще не вся в себя пришла. Она уже больше здесь. Мы еще чем-то можем помочь или мы закончили? Нет, выводи меня. А, отлично. И рассинхронизируйся с Линдой. Готово.